Александр, какие эмоции по поводу игры команды? Ну, какие могут быть эмоции? Мы проиграли 5-1, разгромно. Эмоции отрицательные, очень обидно. Потому что старались, и первый тайм, вы видели, мы 0-0 сыграли. Хотя у нас сегодня по разным причинам не приехала полкоманды, в том числе капитан наш настоящий, Давыд. Было всего две замены у соперников, там, 3-4 плюс. У них очень хорошая команда, нам не хватило сегодня ни свежести, ничего. Именно по своей игре, как вы считаете, что оказало, почему не забивали свои моменты? Проблемы с реализацией, вот поэтому не забивали. Что касается нашей игры, я говорю, первостепенно нам не хватило свежести, всего две замены, мы устали очень. У нас Давыденко, Саша, чуть свои легкие не выплюнул, сегодня старался. Вот. Ну, плюс моменты, и в защите мы уже после первых двух мячей пошли вперед забивать, поэтому на контратаку получили еще 3 и проиграли разгромно. А на какой результат вы рассчитываете на этом турнире в целом? На победу. Исключительно победа. Ну, зачем еще играть? Я играю у себя ради удовольствия. Сюда мы пришли выиграть. Сегодня самая большая проблема, нам не хватило сегодня не наших игроков, капитана. Но надо отдать должное команде Сассуоло. Очень хорошая команда. Там у меня играют мои знакомые. Сильные, будем с ними бороться дальше. Мы ведь еще не вылетели, правильно? Правильно, у вас еще 2 матча. Ну вот, значит, в дальнейшем мы только на победу играем в турнире. Как мотивация на следующие матчи? И будет ли следующий матч для вас решающим? Потому что в следующем матче уже нельзя терять очки. Значит, будет решающим, раз нельзя. И настроимся, приедем и победим.